Это пока заполнить паузу, я заглянул, урожай 2022 года. 2023 не было. Сейчас мы об этом поговорим. Здесь все замечательно, кроме одного. Из-за сумасшедшего урожая очень мелкие плоды были. Вот. Даже такие, как королевский бай, выглядели по размеру косточек почти как эти, как манджурцы. Вот так, ну что, поехали. Привет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, дорогой мой учитель Валерий Константинович. Я надеюсь, сегодня мало буду ругаться. Попробуй тут поругайся. В этом году мои абрикосы снова радуют меня. Набрала опять своих косточек, наварила джема. Вкус превосходный. Еще радостная новость у моей приятельницы в Выборге Людмилы. Тоже в этом году поспели абрикосы. Думаю, она с вами еще поделится с этой радостной новостью. Спасибо, что вы есть. Огромное вам здоровье. Ну, обрадовала меня. Ну, спасибо. Вот это подарок. Вот, теперь она мне присылает три фотографии. Четыре. Три из них вот. Это раз. Вот это два. Можете себе представить? Ни одного грамма отравы. Как так? Ленинград, там же все или дохнет, а значит, надо заливать ядами. Или вообще заливать нечего, деревья мертвые стоят. Ну что, как там мои оппоненты? Помните мою любимую поговорку Остапа Бендера? Помогли вам ваши ляхи? Вот. Все было злобствовать. Поучитесь, повторяйте. Так, а вот это наш человек. Смотрите. Вы знаете Алексея Алексея, как замечательного садовода, одного из, я уже смело говорю, из ведущих. Он, оказывается, еще поэт, снова поэт. Деревца в саду радует плодами. Эту радость разделить я хочу и с вами. Посажу его плоды ранней весною, сберегу от всех невгод, как дитя родное. Подарю ему любовь. Часть души и сердца пусть растет у вас в саду моих рук деревце. Алексей к Алексею. И я ему задал вопрос. Вопрос риторический. Поэт станет калечить деревья? Сегодня я этот самый. Вот надо же. Раньше, чем я познакомился с Еленой Александровной Савиничей, у нее уже яблони росли. Без штабов, то есть от самой земли. Вот. Это значит, что она уже в душе была нашей. А потом мы еще раз вернемся к теме уничтожения деревьев с помощью уничтожения нижних шкилетных веток, а за этим следует все остальное. Болезни, насекомые, яды. Вот. Но сегодня я снимал фильм. Можно сказать, еще в одном ракурс Елена Александрович представлю вам. Вот и деревья, и никаких искусственных штампов. Так, а теперь слово Алексейка. Вот его то, что называют лаборатория. Смотрите, августовские фотографии. Вот они готовые саженцы. Это уже саженцы. Вот такие, не знаю, как он ведет, продает, но это уже. Или это полуфабрикат. Корни есть, есть. Крона есть, есть. Вот. Смотрим сюда, как он их делал. Видели? А теперь очень важное объявление. Почему? Юг России, как я на Украине, у нас, у моей бабушки и деда, было одно огромное дерево. Оно давало столько шелковицы, что съесть не могли. Ни утки, ни гуси. Мы помогали. Мы люди, свиньи, все жрали. Вот. А чуть севернее черта нет. Тогда получается, возрождаем для, назовем это для Срединной Руси. Один из возродителей, снова не только поэт, это Алексей Алексей. Внимание. Очень важное объявление. Завершается укоренение вашей шелковицы железного дома на воде. Вот оно. Результаты меня радуют. На фото очередной поток черенков, давший корни. Все, что укоренилось, передается Лазенковой Галине. Кто не знает, может быть, кто-то... Да, все знают, что Лазенкова Галина – жена, вдова
Царство Небесное, Юрия Лысенкова. Она продолжает его дело. Желающие иметь такую шелковицу могут обращаться к Галине. Найти ее легко. Надо набрать саженцы от Галины Лысенковой. Ссылка на ее сайт. Вот он. Видели, да? А это Галин YouTube канал. Вот он, видели? Вот. И вот это вот. Теперь. Вот. А, по порядку. Валерий, спасибо за чудо, за то, что нашлись, берегли для нас. Плоды объедения. Лист лечебный, часть из него снижает сахар крови. Отчитываюсь. Продал примерно 30 веточек. Вот. Каждый из них. А, и у меня уже есть, потом покажу в другой раз, фотография уже из летней, которую вот я прислал веточку, несколько веточек цеху, и у него уже пошли эти, прям в воде пошли уже корешки. То есть летнее рискованное мероприятие, посылка, зеленый лист, оправдалась. А то, что лист лечебный, часть лежит сахар в крови. Да я недавно еще сам не знал. Сейчас заварю. Заварю. Ну, пока держится на уровне 8 с копейками. Ну, было и 10. Так, теперь. Это очень важно. Это не мои слова. Деревце держит морозы. Уже не у меня. Мало ли, что я мог выдумать. И еще плодоносит после зим с температурой минус 40 с ветром. Не один день проверено. А это уже серьезный человек, Алексей Иванович. То есть может расти и радует плодами садоводов в холодных районах нашей страны. Спасибо вам. С уважением, ваш ученик Алексей Алексеевич.